На улице Совхозной произошла авария на теплосетях. Течь дал магистральный трубопровод, снабжающий отоплением и горячей водой более 30 домов. Аварийная бригада ТСК «Мосэнерго» приступила к поиску и устранению повреждения. На участок приехал глава округа Дмитрий Волошин. Мы дома не отключаем, да? Мы ничего не отключаем никого. Проходим по домам. Занижение параметров нет? Сейчас. Нет, сейчас занижено сообщение, все нормально. Глава Химок пообщался с жителями дома. Химчане рассказали, что к ремонту относятся с пониманием. Главное, тепло в домах есть. Сейчас администрация обратила внимание на проблему левого берега, на проблему отопления. И людям в домах тепло, а некоторым жарко. В целом, работа администрации, мы довольны. В Химках все ремонтные работы проводят без отключения горячего водоснабжения. Для этого оборудуют резервные схемы, так называемые байпасы. И даже когда замену участка невозможно осуществить без отключения тепла, работы проводят в кратчайшие сроки. Здесь мы тоже сейчас технические резервные схемы прорабатываем. В случае необходимости, если вдруг необходимо будет вырезать там участок, метр два или три, после открытия будет понятно. А если вдруг все-таки приходится нам отключать дома, то мы сначала раскапываем, обнаружаем, подготавливаемся, потом отключаем буквально там на 3-4 часа, чтобы только осуществить врезку. Напомним, что этой весной при поддержке губернатора Андрея Воробьева Министерство энергетики региона стартовала масштабная модернизация всей системы теплоснабжения в Химках. К началу отопительного сезона специалисты ТСК «Мосэнерго» выполнили первый этап работ. Программа рассчитана на 3 года. Было заменено вот таких 15 участков. Это и магистрали, это и подача тепла в дом. Модернизировано 13 котельных. И также было заменено оборудование в 88 тепловых пунктах. Стоит отметить, что именно там, где мы заменили оборудование, сегодня нет порывов. А порывы есть только на старых сетях, на которых еще пока мы оборудование не заменили. Работы на Совхозной планируют завершить в течение 2 суток. В Химках для контроля и координации ремонтных служб дважды в день проводят оперативный штаб. По вопросам теплоснабжения работает единый номер горячей линии администрации. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.